Тюмени сегодня побывала международная медиа-экспедиция «Победа в наших сердцах». Ее цель – отдать дань памяти ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. На 5 раритетных автомобилях участники стартовали из Ханты-Мансийска. Тюмень – третий город на пути следования экспедиции. Идея у нас была найти инструмент, который бы объединил поколения, возраста. В 2012 году, в том числе и тюменцы, наши друзья, и мы, югорчане, нашли такой инструмент. Это символ мирной жизни, ГАЗ-М20 «Победа». Вот, именно с него началась история как автопробег, и сегодня мы уже ездим как медиа-экспедиция. В Тюмени участники экспедиции встретились с юнармейцами, проехали по городу и возложили цветы к вечному огню на исторической площади. Встречают все радостно, очень приятно, когда мы едем кортежем, все машут ручкой. Это очень прям эмоции нас зашкаливают, потому что на самом деле самое главное, что в глазах людей есть радость, искренность, то есть значит все-таки патриотизм в них есть. Завершающей точкой экспедиции в нашем городе стала площадь у правительства области. Здесь участников автопробега приветствовал глава региона Александр Мор. Он осмотрел машины, пообщался с гостями и вручил им книги «Земля больших людей». Вы делаете большую работу. Я хочу вам пожелать на этих замечательных машинах дойти до конца маршрута. Он у вас длинный и протяженный. Ну и я уверен, что в каждом населенном пункте, где вы будете останавливаться, где вы будете встречаться с ветеранами, с молодым поколением, с вас будут встречать на ура и долго помнить, и будут вам за это благодарны. Далее медиа-экспедиция отправилась в Екатеринбург, а завершится патриотический автопробег в Бресте.